Мастер-класс по мини-футболу провели для учеников 44-й гимназии. Тренировали ребят опытные профессионалы, игроки команды «Газпром-Югра». Она базируется в «Триумфе» с 2015 года. Чему удалось научиться и, самое главное, для чего, знает наш корреспондент Анна Троян. Второклассница Мария Чурилина играет в футбол во дворе, умеет забивать и набивать мяч. Научиться новым приемам у профессионалов для нее большая удача. Необычным для девочки увлечением интересуются все женщины ее семьи. Мне нравится защищать ворота, играть. Мне нравится ногами работать. Мне понравилось подкидывать мячи. Мне понравилось пинать. Но далеко не все ученицы гимназии так прекрасно играют в футбол, как Мария. Поэтому на мастер-классе девочек и мальчиков тренировали раздельно, чтобы всем было интересно. Обводить игрока, принимать и контролировать мяч. Азы азов теперь под силу и ребятам. Футболистам удалось зажечь глаза у школьников. Немногие знают, что это мини-футбол, да, футзал в Европе. Все играют просто в футбол. Хотим рассказать вот это отличие, что есть такой вид спорта, как мини-футбол. Он направлен на популяризацию спорта, спортивного образа жизни и, в частности, мини-футбола в данном округе. Потому что мы уже четвертый год базируемся в дворце спорта «Триумф» и хотим и дальше развивать мини-футбол в данном городе. А еще ребятам привезли настоящие трофеи, полученные командой на Кубках России и УЕФА. Такие тренировки прошли и в других школах округа. Недельный цикл мастер-классов приурочен к матчу высшей мини-футбольной лиги. В субботу «Газпром-Югра» в рамках чемпионата России сразится с командой из Астрахани во дворце спорта «Триумф». Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.